Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра! Элегантная 70-летняя Ирина Муравьева произвела фурор в сети. Ольга Кабо опубликовала редкий снимок с народной артисткой. Ирина Муравьева накануне отпраздновала 71-летие. Актриса получила сотни поздравлений от коллег и друзей. Одной из тех, кто поздравил артистку не только лично, но еще и в соцсети, была Ольга Кабо. 52-летняя актриса опубликовала совместное фото с народной артисткой. Кроме того, она рассказала об особом таланте именинницы. «Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь, столько тепла и сияния в этом человеке», — рассказала Кабо о дружбе с Муравьевой. Это же чувствуется во всех ее ролях: обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение. «Ирина, дорогая, поздравляю от души, радости, мира и вдохновения. Мы вас любим!» К поздравлению Кабо присоединились десятки поклонников Муравьевой. Артистки пожелали крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. В сети обсуждают, что в преддверии праздника 71-летняя именинница стала выглядеть еще моложе. «Роскошная, обаятельная и привлекательная», — пишут о Муравьевой поклонники. Свой день рождения Ирина Вадимовна обычно празднует дома с семьей. Даже в прошлом году артистка предпочла домашнее торжество походу в дорогой ресторан. Стол «Звезда Москва» слезам не верит накрывает сама, так как очень любит готовить и знает много вкусных рецептов. Кстати, несмотря на любовь к застолью, Муравьева в последнее время заметно похудела. Артистка рассказывала, что никогда специально не сидит на диетах. Справляться с лишним весом и быть в форме ей помогает работа. Ирина Вадимовна почти не выходит в свет, поэтому публика всегда очень эмоционально реагирует на ее редкие появления. Артистка, отметившая в этом году 70-летний юбилей, выглядит просто прекрасно. На день рождения к другу она, как всегда, пришла в очень элегантном образе. Фанаты позитивно хвалят Муравьеву за то, что не уродует себя пластическими операциями, сохраняя свою естественную красоту. В феврале артистка, вопреки своей нелюбви к публичным мероприятиям, отпраздновала день рождения в доме Пашкова, где в тот день собрался весь столичный бомон. Самый оригинальный подарок Ирина Вадимовна получила от Аллы Пугачевой. Певица вручила юбилярше перстень, который прямо при ней сняла со своей руки.